Знаете, кто такие робокар? Я, если честно, почти смутно понимаю, кто это такие. То ли машины, то ли роботы, то ли фиг знает что, то ли киборги. А вот сын мой, в принципе, кто такие робокар, знает. Он смотрит их мультфильмы. Поэтому на Новый год мы решили подарить ему набор игрушек робокар. Но все было печально, когда зашли мы в наш магазин. Одна фигурка, там, напомню, их вроде бы четыре. Стоило 1500 рубля, и, ну, как бы подарок такой получался достаточно дорогой, 600 рублей, и как бы, ну, вообще не вывезло бы. И тут я зашел на AliExpress, и давайте посмотрим, что нам пришло. Сразу же хочу сказать, у меня дома сейчас ремонт, так что на столе у меня, за столом точнее, там вся коллажа лежит, так что давайте открывать посылочку. Посылка пришла нам за 24 дня, очень быстро, в новогоднюю пору, что-то аж прям радует и радует меня почта. Так, что-то как-то у нас там мой любимый пенопласт, который я вообще ненавижу. Оценили посылочку в $6, ну да, конечно. Было несколько лотов таких. Я выбрал тот лот, где каждая машинка в индивидуальной упаковке. Давайте-ка посмотрим, такой ли вообще мы видели у нас в городе по такой цене. Ой, как я вот это делаю. Ай. Вообще с детства ненавижу пенопласт. Как он скрипит, как он вот это дело все делает. Так, давайте-ка вытащим их. Вот это дело мы благословим быстренько на помойку, чтобы оно нам не мешало. Вот так вот. Итак, вот наши машинки. Убираем наш. С кого начнем? Тут где-то самый главный. А, вот он. Вот это Поле Робокар. Самый главный из этой банды. Тут девушка, медсестра, я так понимаю, пожарный и вертолет. Поле Робокар. Господи, боже ты мой. Давайте-ка хоть на одного из них посмотрим. Ребенок, я думаю, будет счастлив. Конечно, упаковка у нас в городе русскоязычная. А здесь же чисто вот на китайском. Но самое главное, как качество. О, маленько грязновато, в пыли. Видно, лежало где-то на складе. Так что нужно будет бы протереть. Ну, а в остальном все фактически так оно и есть, как в городе. Вот у Рукенцы. Что-то. Ага, вот, она еще выдвигается. Вот так вот. Вот такой вот кент. Я думаю, что. Что, все больше тут ничего не. Тут, мне кажется, что-то еще. Ага, вот она, его ноги. Вот такой вот парень. Конечно. Конечно, он еще и катается, типа. Ужас, полный ужас, что смотрят наши дети, но тем не менее, они это смотрят, видят и иногда хотят эти машинки. Так, давайте-ка соберем это дело в машинку. Так. Так. Ну что, как-то вот так, да? Еще тут не заходит дверь. И вот она еще и ездит. Вот такие вот интересные посылочки, интересный подарок будет. Маленько нужно будет вытереть, а так все отлично. Цена, ну да, вот здесь вот маленечко видно краской накосячили, но ничего, думаю, страшного. Я думаю, разница в 1500 рубля за штуку или в 900 рублей, грубо говоря, за все вместе большая. Покупал я их с купончиком. Так что мне вышли вот в такую цену. Ладно, вам же спасибо. С наступающим вас Новым годом. Скорее бы. 11 дней выходных. А у меня выключилась вторая камера. Так что пока вам, ребят.